Привет, друзья! Сейчас буду фармить бралбоксы для того, чтобы купить кольту, выбить, точнее, кольту пассивку. У меня 500 гемов осталось. Я накупил даблеров, короче, дохрена даблеров купил. И сейчас буду фармить бокса. Вот у меня сейчас 8 боксов. И сейчас я вот так вот чпонькс, и вы посмотрите, сколько будет спустя. Я много-много времени потрачу, чтобы слить эти все билетики. А вы посмотрите уже, когда я оп и вырежу. Так что всем приятного просмотра, поехали. Пау! Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников. Также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин. Все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах. Вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Забыл же рассказать, блин, все-таки мало ли друг, кто еще в танке, забыл кое-что вам рассказать. Ну, мало ли, вдруг кто не знает тактику, как легко фармить бралбоксы. Сейчас покажу. Значит, ну, я не знаю, почему разработчики до сих пор эту тему не прикрыли, типа, это же изи пофиксить, просто сменить карту и все. И все. Сейчас быстренько показываю, что нужно делать. Вот, ну и, собственно говоря, ну я думаю, что все знают, ну просто так, чисто для того, чтобы... для информации, мало ли. Ну реально, есть люди, которые до сих пор этого не знают. Так, сейчас быстренько накопим ульту. Только берите себе в напарники желательно своих знакомых, а не рандомов. Потому что с рандомами данная тема не сработает. Так, и осталось... Еще мне сейчас накопить тут чуть-чуть. Все. Теперь идем вот сюда, вот наверх. Убиваем вот этого робокопа. И прыгаем вот сюда. Все, тут мы чилим всю игру, все 6 минут. 6 минут проходит, ваши напарники сливаются. И все. И вы забираете максимальное количество ключей и боксов. Есть еще один способ. Ну какая разница, зачем изобретать что-то еще? Динамайк кидает сюда бомбу, а Нита кидает сюда мишку. Ну, типа, разницы нету. Или Прима вы сюда кинете, мишку вы сюда кинете. Факт в том, что это работает до сих пор, и этим будем пользоваться. У меня 340 билетиков, сейчас я буду так вот играть по 6 минут. Ну и, собственно, посмотрим, сколько боксов я нафармлю. И сделаем, конечно же, открытие. Все, теперь точно. Пау! Чпоникс! И у меня 186 боксов. Для вас это было одно мгновение. Для меня это мучительно несколько часов. Но я не жалею, потому что 186 боксов сейчас дохренище, дохренище чего выбью. Но это реально много еще открывать. Это долго. То есть я их фармил, задолбался. И открывать тоже я устану. Поэтому мы разделим их на несколько роликов. Первое, что я хочу сказать. Во-первых, баг работает теперь не совсем правильно. Точнее, не совсем корректно. Если тогда Эльприма туда прыгает, и никто с роботов и ботов, боссов не агрится на сейф, то сейчас они сделали, что еще снизу бывают роботы идут. Таким образом, эта ситуация решается трио из Эльприма, Сниты и Динамайка. Эльприма прыгает туда, куда я прыгал, а... Динамайк пробивает стену внизу, и туда мишка от Ниты. И таким образом вы спокойно можете бесконечно сидеть и фармить эти боксы. Это охеренный баг, таким образом можно прокачать фулл аккаунт. Я вам серьезно говорю, несколько таких роборубок, и у вас аккаунт уже, блин, прям заряжен будет. Ну, естественно, нужно билетики эти покупать. Ну, поверьте, оно того стоит. Если у вас есть такая возможность, покупайте билеты и, ребята, обустите баг, пока он есть. Когда его не будет, будет сложно будет прокачиваться. Так, следующее. В этом году рекорд лайка у меня 17 тысяч на ролике. Огромное спасибо, ребята, давайте попробуем перебить. 20 тысяч поставим себе за цель, 20 тысяч лайков, если наберем, это будет прям очень круто. Следующий ролик я буду пилить, когда этот видос соберет 10 тысяч лайков. 10 тысяч, ну а рекорд хотелось бы 20. Короче, что мы будем делать? Мы сейчас будем кольту фармить, фармить пассивку, да. Фух, прокачиваю кольта, делаю скрин. Последний раз, когда он на 9 уровне. Ну и, собственно, будем сейчас выбивать ему пассивку. Надеюсь, что потрачу как можно меньше боксов, дабы потом Пока еще выбить. А Пока выбью в следующем ролике, скорее всего, когда этот видос 10к стукнет. Ну что, поехали! 186 боксов, я старался. Реально, все это на видос для вас. Фух, жесть просто, как я устал, охренеть, просто так нудно играть, тем более, когда ты не играешь, я же не играл, и тупо вот это, прыгал вот это место карты, да, в текстуру, и просто сидел,
она кликал автоатаку, дабы меня не выкинуло с игры. Вот это вся и моя игра. Один поединок по 6, бывает по 7 минут сидели, они не могли роботов сагрить, по 7 сидели минут. Ну просто посчитайте, сколько это жесть. Я так устал. Но оно того стоит, реально, оно того стоит. Ну что ж, ищем пассивочку на кольта, надеюсь, это произойдет. Вот-вот-вот-вот, и мы потратим, ну хотя бы, чтобы соточка боксов осталась. Залетай на биты, пожалуйста, отстань. Спасибо, кстати, залетай на биты, по-моему, со мной. Блин, что у меня с вебкой? Че она как-то не по центру где-то? Вот она где-то вечно неправильно. Но это потому, что я всегда меняю сцены и... То стрим, то КС, то еще что-то. И постоянно разное расположение вебки. Так, поехали. Такс. Пассивочка, давай, родная. Давай, я верю, что ты выпадешь мне. Конечно же, выпадешь, блин, 186 боксов. Так, тихо. Ах, жесть, аж спина болит, да ёптель. Все, поехали. Я взял планшет так, чтобы прокликивать очень быстро. Блин, конечно, вот с этими сундуками Supercell переборщили. Ну, прям очень сильно нудно их и долго открывать. Их реально, я видел 1000 сундуков. Капец, это настолько, блин, гемор их открывать. Ну, нельзя, неужели, сделать так, как в рояле это... Блин, открываешь сундук, бац, там 2-3 карты выпало, все, новый уровень. Ну, падает намного реже, и несколько сундуков открыл, уже кайф. А тут 186, просто с ума сойти. Это, я не знаю, это просто, чё, тренинг моим пальцем или что? Для чего это сделано? Чтобы я развивал моторику рук? Хотя, как я буду развивать, если я всего лишь одним пальцем вот так вот сижу, кликаю? Так, ладненько. Сейчас уже скоро будет пассивочка, поэтому, ребята, готовьтесь. Сейчас просто будет, будет взрыв. Пассивка на кольта. Пассивка у кольта. Опа! Ебой! Фу! Это как выбить Легу, сука, я всегда буду радоваться в Звездной Силе, потому что это как выбить легендарку. Посмотрите, как четко я уже проапал персов. Делаю скрин, просто смотрите, вот. Кстати, блин, Леона надо поднять, потому что скоро пофиксят, падлы, Леона. Хотя я наоборот даже рад, что его пофиксят. Всякие аутисты не будут постоянно его использовать. Не в обиду, если ты используешь Леона, я про других. Просто жесть, все на постой берут эту грязного перса и просто реально вывозят за счет его имбовости. Надеюсь, теперь этих персонажей будет намного меньше. Ну что, кольтяра, погнали. Двойная проблема. Да-да, проблема-то двойная. Как раз для тебя карта. 144 бокса у меня еще осталось. Жесть, просто, друзья, ну ставьте лайки, потому что эти 144 бокса я буду еще до видос открывать. Как только 10к лайков набирается, сходу холдик идет и тратит остальные боксы. Давайте, ребята, мне кажется, что я и не только на пока пассивку выбью. Давайте, ставьте лайки, и я делаю выпуск. Ну просто если бы я сейчас все сливал до конца, ну это было бы пипец нудно. Я так устал, реально хочу поиграть. Потому что фармить боксы и открывать, ну, это не самое приятное, что есть. Вот серьезно. Вот в рояле не так. В рояле было очень классно открывать сундуки и... То есть, ну, тут даже не сравнится. Так, я кольт, а я подхожу очень близко. Тихо. Ой, господи, как много ближников в кустах. Так, все. Кто-то убил, а я собрал. Нормально. Халявщик. Ладно, уходим. Опа. Сваливаем. Так. А, стоп, я быстрее бегаю, да, сейчас? Я и не заметил, в чем, собственно, имбовость моя. Пассивка в чем? У меня сапоги какие-то, да, тут суперскоростные. Я бегаю гораздо быстрее сейчас. Вроде как. Но я сейчас прочитаю. Я, честно, забыл уже, какая пассивка на кольте. Так. 4 бойца осталось. Ой-ой-ой, автоатака, она такая. Автоатака. Оу. Так. Ну, я пока не могу сказать, что я гораздо быстрее бегаю. Ну, вроде да, вроде как быстрее бегает. Ну, это прикольно. Но я бы не сказал, что имба. Я бы не сказал, что кольт стал каким-то... Хотя бегает он действительно быстро. Не знаю, быстрее, чем Леон. Точнее, так же, как Леон. Или хуже. Блин, пиратка с одной банкой, но как она вывозит, это жесть. Короче, да пошла ты нахуй, сука!
бесишь? А, просто жесть. С одной стороны поджимает пиратка, с другой стороны мортира. Да хоть... Давай! На! Просто все положил всех. Одного, второго лежать. Фух, плюс 7 кубков. Фух, 10-м кольтом на 300 кубков еле затащил. Не, на самом деле... Ну, то есть там пиратка неплохо так играла. Пассивка, что за пассивка? Когда кольт обувает пару модных сапог, его скорость невероятно возрастает. Ну, я же думаю, это, короче, он постоянно бегает теперь быстрее, да? Ну, короче, осталось теперь купить на кольта вот этот скин. Вот, чтобы он был гораздо лучше. Опять же, ставьте лайк, если хотите, и, блин, ну реально будет круто. Кольт 10 уровня с этим скином будет прям секси. 144 бокса у меня осталось, и, естественно, сделаем это в следующем ролике. Давайте посмотрим, кстати, кого я могу тут, может, еще кого-то поднять на 9-й. Так, ну давайте, не, пока прокачивать не будем. Что-то золота мало. А, ну я не так много сундуков открыл. Динамайка до сих пор не могу. Так, ну остальных мне надо реально прокачивать, чтобы понять. Да ёптель. Так, ПМ могу. О, да, ПМ могу. Вот, ПМ, у ПМ тоже прикольная пассивка. С каждым порывом бури лома ПМ восстанавливает себе своим товарищам 30 очков здоровья. Прикольно. Так, хорошо. Что еще? Дэрил. Дэрил, какашка. Не хочу. Пока что Барли. Я слышал, его будут улучшать в одном из предыдущих, в следующих обновлений, 28 числа вроде как. Он там будет хилиться прям как собака. Но не хватает Барли. Барли не хватает. Рикошет. Рикошета хватает. У рикошета можно найти в ящике, когда рикошет достигает 9 уровня. Ой. При атаке использование супера. Ну, что вы суперспособности добавили бы? Пули рикошета получают при первом отскоке дополнительную энергию. Наносит на 8... Угу. Короче, рикошета могу. Примата, наверное. Да, примата могу. Рикошета могу. ПЭМ могу прокачать. Пайпер не знаю. Пишите, кого прокачивать. Вот, и кому выбивать пассивку. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Давайте побьем рекорд. Спасибо, да, спасибо. Все, увидимся в следующем ролике. До новых встреч, я пошел готовить этот видос. И сразу же следующий, пока.